что мы едем пайкам кузьмелими армани стану. Фестиваль начинался как небольшой праздник для жителей этой деревни, про которых сложено немало были и небылиц. Он включал в себя концерт только народных коллективов, а также национальные угощения и театрализованное представление, где главными героями были киндесовские мужички, над которыми постоянно подшучивали их соседи-пряженцы. Раньше, напомню, рыбаки ловили рыбу, чуя, и тут же варили уху, и мы прям вот это вот с пылу с жару. Ушку эту хлебали, и было очень приятно, особенно когда мы по разным дворам, то есть праздник проходил еще по разным дворам, и в разных дворах все фольклорные коллективы танцевали карельские кадрили, водили круги, и все женщины, которые еще были тогда живы, они нам в этом помогали. И, к сожалению, мужчины у нас, сами понимаете, в жизни, они бывают часто прячутся, бывают часто не хотят или ленятся почему-то, но тогда, когда они бывают, мы очень умиляемся и бываем довольны и счастливы, когда они выходят на сцену. О, наконец мы увидели мужчин. На этом празднике наши съемочные группе тоже не удалось найти настоящих киндесовских мужичков. Большинство жителей деревни сегодня это дачники, которые приезжают сюда на лето. Так что праздник приходится проводить силами не местного населения, а приезжих массовиков-затейников. Впрочем, фольклорные коллективы по-прежнему желанные гости фестиваля. Проводится, как и много лет назад, киндесовская лотерея. Впрочем, теперь разыгрывают здесь не автомобиль, а нужные в хозяйстве мелочи, а также телегу навоза и самовар. Самовар? В прошлом году, напомню, что самовар у нас ушел в Америку! Помните такое событие? Номер 1243! Вот она! Юная красавица! Представься, пожалуйста. Эмилия. Эмилия, откуда ты к нам приехала? С Финляндии. Подробнее о празднике мы расскажем в нашем вечернем выпуске новостей. Не пропустите.